Филиал Всероссийского общества знаний организовал в Верховном суде Карачаева-Черкесии экскурсию в истории региональной судебной системы. О возможностях поступления на государственную гражданскую службу вместе с будущими выпускниками 9-й гимназии Черкесска узнавал корреспондент Артур Мхце. Проекты Всероссийского общества знаний уже помогли многим представителям молодежи Карачаева-Черкесии определиться с будущей профессией. На этот раз для 11-классников 9-й гимназии была организована экскурсия по коридорам и залам Верховного суда Республики. Совместно с Верховным судом Карачаево-Черкесской Республики реализуем проект, который называется «Знание карьера», организатором которого является Российское общество знания. Этот проект помогает для школьников и студентов определиться в выборе будущей профессии. В моей личной практике я проработал здесь более 7 лет именно в Верховном суде, так что как-то есть возможность как-то обратиться к молодежи и посоветовать им в выборе государственной гражданской службы, оставаясь в России. Юноши и девушки получили возможность ближе познакомиться с региональной судебной системой. Представитель Верховного суда Республики рассказала о концепции информационной политики, а также о нюансах поступления на государственную гражданскую службу. Председатель Верховного суда Лепшоков Наур Забрекович, это он является инициатором всех этих просветительских мероприятий. Он заинтересован в том, чтобы талантливая молодежь, а у нас их очень много, после получения высшего юридического образования обратили внимание и на работу в судебной системе. Мы периодически проводим мероприятия такого рода, как экскурсии в зданиях судов. Это на территории всего региона. Также мы проводим дни открытых дверей, когда учащиеся студенты имеют возможность, как говорится, зайти внутрь системы, посмотреть и для себя решить, подходит им данная среда или нет. Такие дни открытых дверей интересны и самим работникам судебной системы Карачаева-Черкесии. Возможно, кто-то из этих пока еще школьников по окончании высшего учебного заведения вернется в здание Верховного суда Республики уже в качестве сотрудника и вспомнит о нынешней экскурсии как о получении билета в будущую профессию. Артур Мухцели Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия.